Все необходимое для оборонно-промышленного комплекса должно производиться в России. Такую задачу сегодня поставил президент на совещании по исполнению гособоронзаказа. В нем участвовали руководство Минобороны и командующие войск. Глава государства подчеркнул, импортозамещение в сфере ОПК положительно отразится на промышленности. К тому же, чтобы наладить весь процесс, потребуются небольшие дополнительные ресурсы. Правительству уже дано указание проанализировать ситуацию. Мы должны сделать все для того, чтобы все, что используется оборонно-промышленным комплексом, все, в чем нуждается оборонно-промышленный комплекс России, все это производилось на нашей территории, чтобы мы ни от кого не зависели, ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новые системы вооружения. Президент также распорядился скорректировать работу научных школ и теснее сотрудничать с Академией наук.